Так, пока не поздно, судака я выловил одного и второго. Вот сейчас повезу выпускать там, где словил. Пусть живет там. Так что думаешь, он не доживет он до завтрашнего утра. Вода не подходит, теплая слишком. Судаки приехали, только приехали на Днепр, вот. А словил я их вот там, на гребном канале, но я думаю, даже им лучше будет. Кокос, кокос боится, скажи кокосу. Кокос, иди сюда, судаков выпускай. Так, первый судак. Второй не знаю, что ты кверху пузом. Может отойдет, а может нет. Сейчас он охладится. Он трепещется, он тоже пойдет сейчас. Потихонечку.